По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Португалии, в регионе Адемира на юго-западе страны около 1000 спасателей борются с лесным пожаром. К настоящему времени сгорело около 7000 гектаров. В понедельник в качестве меры предосторожности пришлось эвакуировать более 1400 человек из деревень и кемпингов. В Санта-Реме, расположенном примерно в 80 километрах к северо-востоку от Лиссабона, в понедельник был установлен температурный рекорд этого года – 46,4 градуса Цельсия. Соседняя Испания переживает уже третью за это лето волну жары и борется с рядом лесных пожаров. В Валенсии де Алькантара, недалеко от границы с Португалией, огонь выжег около 300 гектаров. И nada, y aquí estamos, hemos alojado a los clientes en un hotel de Valencia de Alcántara y aquí estamos preocupados y con la angustia porque tenemos una masa forestal enorme, unos alcornoques centenarios y nos da mucha pena. Los animales, tenemos vacas y pues eso preocupa por ellos. Estamos intentándolo reunirlas en sitios donde no arde, para eso, para estar más tranquilos del incendio que... По данным синоптиков, температура воздуха будет повышаться по крайней мере до пятницы. В некоторых районах Южной Андалузии она достигнет 44 градусов Цельсия.